Тетяна Оськіна, обласний позаштатний дитячий імунолог у нас в гостях. Доброго ранку. Завжди актуальна тема імунізації. І вже понад два столітті проходить імунізація, вакцинація, щеплення. Отож, що в цьому більше? Плюсів чи мінусів? Давайте розбиратися сьогодні з вами. С 24 по 30 апреля проходит неделя иммунизации. Цель этой недели – максимально дать информацию для людей, что такое вакцинация, что такое вакцины. И самое основное – это понять, что вакцинация – это действительно единственный надежный способ защиты людей от инфекций. Если, скажем, при кишечных инфекциях можно помыть руки, не кушать с грязных тарелок, не пить грязную воду, и ты думаешь, защитишься, да, то капельные инфекции, такие как корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит, да. Конечно, здесь только вакцинация. Сейчас очень хорошие дни, и большинство людей поедут на природу. И кто-то, возможно, поранится, и сразу встанет вопрос за столбняк, профилактику столбняка. И я так думаю, что спокойно могут спать те, кто каждые 10 лет делает прививки против столбняка и дифтерии. На сегодняшний день есть эти вакцины, и взрослое население нашей области могут прийти и привиться себя, своих близких против дифтерии и столбняка. Але багато от суперечок проти вакцинації. Кому, як не вам, про це знати, що багато хто проти, що кажуть, що наш імунітет, наш організм настільки сильний, що він може витримати всі ці хвороби без щеплення. Ваша думка з цього приводу? Ну, это очередной миф, я бы сказала. Миф, то есть развенчиваем мифы сегодня. Однозначно, однозначно. Есть очень много мифов против вакцинаций. Вакцинация вообще уже существует 221 год, и она себя оправдала, и лозунг этой недели, недели вакцинации, идет вакцинация, действительно работает. Посмотрите, нет уже ОСПы. На сегодняшний день мы избавились от второго типа полиомиелита, мы уже перешли на бивалентную вакцину. У нас контролируется корь, краснуха, у нас, к сожалению, вспышка коклюша была этой зимой очень большая, и детки были очень тяжелые. И это тоже эта вспышка объясняется тем, что у нас была очень низкий охват вакцинации против коклюша. Существует индивидуальная защита, то есть каждый человек вакцинируется и защищает себя. И существует коллективная защита, когда при охвате 90-95% детского населения или вообще населения инфекции негде распространиться. И вот тогда можно совершенно спокойно, быть спокойным. У нас такая ситуация была до 2008 года, когда у нас действительно охват вакцинации был 98-99%, а на сегодняшний день очень низко. Поэтому для того, чтобы исправить эту ситуацию и не дать инфекции распространяться, конечно, нужно делать прививки. Щодо вакцин, от обов'язково це в першу чергу батьків стосується, вони хочуть найкращу, якусь там європейську, американську, ізраїльську вакцину, лише не нашу сучасну українську. Прокоментуйте, будь ласка, це чи є різниця така велика в цьому чи ні? Як зараз з вакцинами справи у нас? Ну, к сожалению, нашей украинской вакцины мы сегодня и не имеем. Не маем. Да. В поликлиниках есть вакцины индийские, это группа АКДС, есть вакцины корь, паротит, краснуха, это Бельгия, хорошая вакцина европейского стандарта, и вакцина против гепатита, это вакцина корейская. То есть все они доставляются спокойно, нормально, они есть у нас, да? Они у нас есть, не в достаточном количестве, сколько бы нам хотелось, но они есть. И у меня хорошая новость для наших телезрителей. В аптечную сеть поступает вакцина, это французская вакцина Гекса. Ой, я так долго чекала. Против шести инфекций, которые очень долго ждали. И после 15 мая где-то будет вакцина Пента, тоже поступает в аптечную сеть.
А вакцина группы Infanrix бельгийские будет, к сожалению, только во второй половине года ожидается. Угу. Ну, все, но тоже будет, сейчас расширяется именно вот через аптечную сеть поставка вакцин. Угу. Багато батьків лякає саме наслідки щеплення у дітей. Це температура, це головний біль. Що ви можете сказати з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, от оці ускладнення реакції після щеплення. Чи варто панікувати, чи ні? Это не считается ни в коем случае реакциями, осложнениями. Это просто незначительные реакции, которые могут быть после любой вакцины. Скажем, температура до 39 – это обычная реакция на вакцинацию. Следует просто контролировать температуру жаропонижающими средствами. И все. Что касается местных реакций в виде покраснения или отечности бедра, скажем так, она есть в большей степени только на вакцину АКДС индийскую, но это обусловлено ее реактогенностью, то есть она больше дает реакции, потому что она более жесткая за счет своего состава. Она имеет цельноклеточный коклюш. Но зато она дает и более стойкий иммунитет против коклюша. И наостанок, от коротесненько запитання, ваша експертна думка, в австралійський досвід там примусово змушують робити вакцинацію. Якщо ні, тебе позбавляють батьківських коштів, це 11 тисяч доларів, якщо не помиляюся. Ваша думка. Тому що зараз 45% навіть в Миколаєві відмовляються для того, щоб вакцинувати дітей. Ваша думка з цього приводу? Ну, это не 45%, скажем так, 2700 у меня по области всего отказчиков. Просто люди ждут более, может быть, хороших вакцин. То есть все-таки чекают гарных вакцин, да? Да, ждут хороших вакцин. Но вакцинироваться надо. Я считаю, что это все-таки добровольное дело каждого, так, думка каждого, но защитить своего ребенка и защитить, привить и защитить еще других детей, создать коллективный иммунитет, это все-таки на благо всей нашей страны. Тобто, так чи ні, вакцинация гарантує те, що дитина не захворіє? От 99% принаймні маємо, так? 99-98, что не заболеешь, но если заболеешь, то это однозначно легкое течение, отсутствие осложнений и, конечно, отсутствие смертных случаев. Я дякую. Тобто, висновок такий, рекомендація експерта нашого обласного позаштатного імунолога, що вакцинації, щеплення робити варто. І саме для цього, для інформації людей і створені такий міжнародний всеукраїнський, всеєвропейський тиждень імунізації. Я вам дякую, що завітали до нас. Тетяна Оськіна, обласний позаштатний дитячий імунолог, була у нас в гостях.